Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Оксана Тюрина. Я международный наблюдатель контрольной миссии ООН в Колумбии, представитель России и носитель русского языка. В преддверии Дня русского языка, который празднуется во всем мире 6 июня, я, мои друзья и коллеги, изучающие русский язык, хотим поздравить вас с замечательным стихотворением Сабиры Абдуллы. Если ты хочешь судьбу переспорить, если ты ищешь отрады цветник, если нуждаешься в твердой опоре, выучи русский язык. Он твой наставник, великий, могучий. Он переводчик, он проводник. Если стремишь познания круче, выучи русский язык. Русское слово живет на странице мир окрыляющих пушкинский дневник. Русское слово свободы заниза, выучи русский язык. Мир разобщенных безрадостно тесен, спаянных мир необъятно велик. Зимой работай, будь людям полезен, выучи русский язык.